здійснила чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним. Два автомата, один перевернутий кверху. Да, на кормі. Магазином. Оружие, правильно, видим. Фамилия, имя, отчество? Любас Александр Владимирович. Воинское звание? Рядовой солдат. Подразделение? Подразделение, головное управление разведки. Любас Александр Владимирович. Дата рождения? 1977 год рождения, 09-19. Полное наименование вашего воинского подразделения? Часть 03-36, главное управление разведки. Ваше звание? Солдат, рядовой. Цель вашей вылазки? Цель высадки — поставить прапор, сказать, что вот главное управление разведки зашла в Крым. Путь вашего следования, как вы сюда прибыли? Из Одесской области, село Вилково, ну, с Дуная. На чем вы передвигались? Скутера и катер. Каком... 5 скутеров, 1 катер. Сколько человек присутствовало? 16, полностью.